Всем привет, с вами я, Алена, и сегодня, судя по вашим просмотрам, по вашей активности, ваша любимая рубрика – это покупки из магазина Fix Price. Давайте приступать, и сразу же я вам покажу вот такую большую покупку и новинку. Это стиральный порошок от завода братьев Крестовниковых. Детский стиральный порошок с первых дней жизни, традиции и качества. Для цветного белья подходит. Здесь 2 килограмма 100 грамм. Он также подходит для ручной стирки и для стирки в машинке автомат. 199 рублей. Откроем, послушаем отдушку. Отдушка парфюмированная, на мой взгляд, не очень подходит для детского белья. Во всяком случае, для новорожденных деток. Что еще могу сказать? В составе есть мыло в виде солей и жирных кислот. Поэтому, в принципе, мне кажется, хороший порошок. Главное, чтобы хорошо стирал. А отдушка – это уже дело, конечно, вкуса. Но для новорожденных деток я бы вам не рекомендовала все-таки брать этот порошок. Следующее, что я вам покажу – это не новинка, но мне снова они нужны. Постоянно у меня кончаются. Это вешалки антискользящие. Вот взяла 5 штучек. Интересно, как быстро они закончатся. Не люблю я. Вот у меня вот было время, может быть, лет 10 назад. Я хранила вещи, когда на одной вешалке висело там 5 блузок, 4 платья. Ну и что, вот эти вот платья, те, что висели внизу, они и не носились ни разу. Сейчас у каждой вещи у меня отдельная вешалка, вещи носятся, все замечательно. Семья большая, поэтому их всегда не хватает. Очень их люблю. Многие их не любят за то, что они цепляются друг за друга. Вот этот силикон, он такой получается липкий, что ли. И цепляются вешалки друг за друга. Но меня это вообще ни разу не смущает. Самое главное, что с них ничего не сваливается. Даже вещи на тонких бретельках, даже легкие шифоновые какие-то блузы. Все вещи на этих вешалках висят просто идеально. Так, сейчас я вам скажу цену. 149 рублей. Подорожали вешалочки. Ну да ладно. Набрала я все-таки ситечко в себе. Взяла и вот такое с ручками. Поменять. У меня есть с такими же крупными ячейками обычное сито, вот как это с ручкой. И не очень оно удобное, потому что занимает много места. Вот это сито будет меньше места занимать, поэтому я его взяла с удовольствием. Иногда пользуемся в качестве, не знаю, фрукты помыть, макароны те же самые даже сливаем через это сито. И меня оно вполне устраивает. Но меня не устраивала вот эта длинная ручка. И взяла вот такое сито, но им я буду пользоваться, наверное, раза два в год, когда делаю кетчуп. Я через такое сито перетираю помидорки. Поэтому мне нужно было вот такое мелкое. И здесь уже наличие ручки не столь важно, потому что я уберу в отдельное место, где у меня лежат такие всевозможные кухонные приборы, кухонный инвентарь, который именно подходит для заготовок. Так, по ценам сито с ручкой стоило 200 рублей, сито без ручек стоило 149 рублей. И к ним в комплект, ну как было не взять за 59 рублей вот такую малышку. Мы любим чай именно такой вот заваривать, обычную заварку. Вот, но сейчас современные заварники, не у всех есть встроенные ситечки. А я люблю классику, поэтому такой ситечко очень даже хорошо подойдет. Можно будет так положить на чашечку, налить заварку, и чай будет чистенький, без чаинок. Следующая новинка, это новинка из отдела косметики. Мыло 99 рублей, 2 кусочка, сицилийский апельсин, тайский лемонграсс. Не смогла пройти мимо вот этой красивой упаковки, взяла, тем более, что у меня мыло уже кончается, я уже поменяла. И на кухне, и в ванной комнате уже положила те кусочки мыла, которые я вам показывала в прошлый раз. Вот эти будут им на замену. Открываем, смотрим. Блин, такой подставы я не ожидала, ребят. Ну, ей-богу, ну что это такое? Слушайте, это вообще реальная подстава. Смотрите, мыло завод братьев Крестовниковых. А на коробке написан производитель АО «Нефис Косметик». Это Республика Татарстан. Блин, вот это подстава. Вы посмотрите, и мыло воняет.
Никакого тут ни сицилийского апельсина, ни тайского лемонграсса. Они абсолютно одинаковые. Два куска хозяйственного мыла. Ёлы-палы, а! Ну, может, конечно, не хозяйственное, но обычное, блин, туалетное мыло. И пахнет просто мылом. Вот это подстава. За 100 рублей купить, блин, два куска, которым цена, блин, рублей 20. Обалдеть, я в шоке. Не покупайте это мыло. Ё-моё, я в шоке вообще. Арома Арт. Где тут вообще завод братьев Крестовниковых? Я сейчас пересмотрела всю упаковку. Вообще никакого намека на это нет. Вот это подстава. Обалдеть. Ну, погнали с вами дальше. Взяла я для себя... Ё-моё, всё, я в шоке. Я в шоке. Две маски для лица взяла я для себя, тканевые. Ну, вот люблю я их. Не так часто я ими пользуюсь, одну-две в неделю. Поэтому, в принципе, можно себя и побаловать. Они мне больше нравятся, чем вот маски в тюбиках, вот эти, которые надо намазываться, стандартные, которые хватает надолго. Здесь действие гораздо лучше. Произведены они в Корее, вот такие пробую первый раз. Но вообще маски с фиксом меня вполне устраивают. Здесь витаминная маска для лица. И вторая гиалуроновая маска с гиалуроновой кислотой. Так, по ценам давайте еще раз вас сориентирую. Масочки стоили 55 рублей. Густое масло для волос взяла. Репейное мне досталось. 59 рублей оно теперь стоит в фикс-прайсе. С эффектом биоламинирования. Это моя любовь. Наконец-то, видите, встретила. И мне досталось аж целых две баночки. 155 миллилитров. Самый лучший уход для волос. Ничего другого я не приемлю. Ну, иногда беру, конечно, хочется все, да, понятно, красивые упаковки, хочется попробовать. Но снова возвращаюсь к своему густому маслу. Далее вам покажу товар. Знаете, это такое мое маленькое разочарование. Ну, как разочарование? Я еще не пробовала такую, надеюсь, все будет с ней хорошо. Но я все-таки хотела свою любимую умывалку с персиком. Они пропали из продажи. Появились вот такие новые, из которых я выбрала с гиалуроном для всех типов кожи. А та персиковая, она была, по-моему, именно для сухой кожи, да еще и против пигментации. То есть вообще шикарная была умывалка, с запахом приятным. Надеюсь, это будет тоже хорошее, но буду искать. Может быть, доберусь до своего любимого фикса. Если там еще есть, они в продаже, возьму парочку, троечку, чтобы были про запас. Вообще умывалки эти хорошие, это я точно могу сказать. 79 рублей с гиалуроновой кислотой и пептидами. Давайте я вам скажу, что здесь по запаху. Ой, а запах тоже приятный, да. Ну такой фруктовый, ягодный. Мне нравится, пахнет приятно. Так что да, я вам тоже его рекомендую. В отличие вот от этого мыла. Так, еще в этом пакете у меня лежат, да, у меня тут два пакета. Пакеты для мусора. 60 литров с ароматом ванили. Я их обожаю. Очень хорошие пакеты, самые лучшие. И для ванной комнаты я беру 30 литров. У меня там ведерко маленькое, 25 штук здесь, а здесь 15. Стоят пакетики 59 рублей. Ничего не дешевеет. Кофе захотелось снова мне. Зима все-таки. Жаке, латте, мягкий, 3 в 1. Конечно же, это не кофе, это просто кофейный напиток с большим содержанием сахара и всяких вредностей. Но уж очень-очень он вкусный. Я обычно на чашку кладу 2 пакетика сразу. Здесь 10 пакетиков и стоит... Дайте угадаю, уже далеко не 55, а, наверное, все-таки 59. Смотрю в чек, не вижу. Слушайте, а мне получается и подарили этот кофе. Его нету в чеке. Кассир не пробил мне его. Ну, спасибо за бонус, конечно же. Да, его нету в чеке. Но все-таки, по-моему, 59 рублей. Вот такая прелесть. Кися Анфиси своей по 25 рублей. Набрала снова шебы. Это акционная цена. Цена по карте. Без карты будет чуть-чуть подороже. Конечно, на каком-нибудь Озоне или Валберес эти
корма можно найти даже дешевле, но на скорую руку и фикс прайс Озон. Так, телятина, язык, курица и кролик. Очень вкусные, Анфиска моя их кушает с большим удовольствием. Так, теперь смотрим второй пакет. Здесь соки, мельком вам покажу, Сады Придонья, томат с солью, 2 литра. Знаете, те, что я брала летом, они были погуще, хотя тут 100% сок, может быть, все дело в том, что зима. Но, в принципе, хороший, мне нравится, пью его с удовольствием. И деткам своим взяла их любимый сок, это яблоко-виноград, 2 литра, 99 рублей. Где вы найдете 100% сок за такую цену? По-моему, нигде. Так, дальше. Ну, конечно же, мои любимые полотенца бумажные за 77 рублей. 79 уже, наверное, все-таки. Другой чек возьму. Полотенца 79 рублей. Да. Но я их обожаю. Очень высокий рулон, очень плотные полотенчики. 4 слоя, не рвутся, все с ними замечательно. Тоже в сторонку отложу, чтобы вам глаза не мозоль. Еще покажу. Дочка взяла тетрадочку. Ну, смысл ее показывать. Ну, тетрадка и тетрадка обычная для русского языка. 18 листов. Листики гладкие, все с ней хорошо, пролиновано. Так, стоила тетрадочка 11 рублей 80 копеек. Для сына взяла маечку. Вот такую. Посмотрите, прям космос. 34 размер. У меня сыночек 109 сантиметров ростом. Думаю, ему она будет хорошо. И производство Кыргызстан. 100% хлопок. Ну, что еще о ней сказать? Хорошая майка. Пошита неплохо. Единственное, меня смущает низ, как прострочен. Здесь такая слабенькая строчка. Она вполне возможно будет расходиться. Но майки, я считаю, что это все-таки расходник. Поэтому не вижу смысла покупать дорогие майки. И еще взяла ему носочки. Классные такие появились носочки, не удержалась. Конечно, они больше девочкам подходят, но у меня пацан ему еще всего лишь 4 годика. Ему тоже будет хорошо. Взяла побольше размер, 7-9 лет, потому что, мне кажется, они немножко подсаживаются после стирки. Вот такие вот классные, с ушками. Голубые взяла и коричневые, такие бежевые. Очень много всевозможных розовых, фиолетовых оттенков. Тут фикс прайс нас прям очень-очень радует. Вот такие классные носульки. Это Зувей, Китай, 67% хлопок, 33 полиамид. И стирать их можно при 30 градусах. Брала в фикс прайсе носочки, беру и буду брать. Они реально там хорошие. 99 рублей каждая такая пара стоила. Вернее, две пары. Тут в комплекте две пары. Перчатки у меня закончились хозяйственные. Вообще, конечно, тут бы надо бы уже думать на лето. Вот такие вот ПВХ брать сразу про запас, чтобы уже лежали, потому что как только начнется сезон огородов, эти перчатки пропадут из продажи. Обычно в последнее время какие-то с ними траблы. Многоразовые, 10 штук, очень хорошие. Мне нравятся. Они в разных размерах. Я беру на свою небольшую ручку размер М. На мне они сидят замечательно. Смотря что делать. Если полоть грядки, то и одной пары не хватит. Если убираться дома, то вполне можно несколько раз их одевать. И взяла ватные диски. Вот я самая. В этот раз много вариантов всяких. Но я как-то брала такие диски в Ашане. Очень мне качество понравилось. Они прошитые. Вот. Так что увидела их в фикс-прайсе, с удовольствием взяла. Здесь 120 штук, по-моему. 100 штучек. 120 была другая марка. По цене я вас сориентирую сейчас. Не тот чек держу в руках. Так. Ватные диски стоили 55 рублей еще до сих пор. А вот перчатки уже 79. Это вообще, конечно, это цена какая-то заоблачная. Я в прошлом году их брала, по-моему, по 55 рублей, эти перчатки. Я не помню, что я их брала за 77. А сейчас вообще 79. В общем, вот они, мои покупочки из магазина Fix Price. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Обязательно
потому что не берите это мыло, это та еще подстава. Вот, берегите себя и своих близких, ставьте мне лайки, я для вас старалась, потратила целых 100 рублей на ерунду, чтобы вы ее не купили. Вот, а я вас всех люблю, берегите себя и своих близких, всем пока-пока!